Творчая презентация «Подорожжа по славным Быховским краю» прийшла у Могилеве. З Быховщини приїхали майстри і артисти для уділу у обласним творчим проєкті «Фестиваль народних талентів Могильовщини». Гостей концертного залу Могильова зустрікали пожастунками ще на вулиці, а пушка з канонірами – символ вайського минулого одразу стала об'єктом уваги могильовських фотоаматорів. На презентации района представлена героичная спадщина. Вёска Баркалабова, знакомитый баркалабовский летопис, Быховский замок, Лучевская вышиня героев. Театрализованное представление разгорнуло перед глядачом сторонки быховской истории. Мы приехали для того, чтобы не только показать все свои возможности, которые показать просто в течение 2 часов невозможно, Быховский район. Мы приехали для того, чтобы удивить и сделать так, чтобы этот вечер могилевщане и те, кто сюда приехал, может быть, из других районов, не забыли на долгое время.